это моя вот здесь камера была справа. Вот она. Здесь эта камера. Вот. Он герой нескольких документальных фильмов о фашистских концлагерях и охотно дает интервью. Игорю Малицкому 90 лет. Мужчина прошел 4 лагеря смерти и чудом остался жив. Сейчас Малицкий преподает в инженерно-педагогической академии. Но сегодня для студентов читает не лекцию, а рассказывает об ужасах, которые пережил в годы войны. Мне пришлось из камеры, газовой камеры, вытаскивать трупы, и там попался маленький мальчик или девочка, я не знаю, грудной. Вот, и я его вынес. Говорю эсэсовцу, который там стоял, считал эти трупы. Я ему говорю: «Герр эсэсман, das Kinder nicht tot». Говорю: «Это, господин эсэсман, ребенок не мертвый». Он ее за ножки об землю и в сторону. Игорь Малицкий – председатель Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления. По словам мужчины, узников так называемых лагерей смерти в Харькове осталось 18, но с каждым годом их становится меньше. Для тех, кому важна история, это очень важный день, потому что у каждого в семье кто-то принимал участие в тех боевых действиях, которые происходили в Великую Отечественную войну. У меня лично два деда там воевало, поэтому для меня это очень важный праздник. Один из них два раза был